Серега, расскажи момент, как ты сам видел силовой и драку после в игре с ЦСКА. Я увидел, что можно сделать силовой. Сделал, шайбу забрали, постарались. А потом уже, уже просто видел, как на меня летит. Потом уже понятно было, что будет драка. Потому что он именно за этим уехал. Ну, я все-таки сильно там попал. Суркину. Как часто вообще в карьере тебе приходится драться? Я не дрался вообще. Бекмулин один в один едет против Телегина и попадает под хороший, качественный силовой. Так по школе, там, когда в клетках еще были, играли. Команда на команду только дрался. А так нет. Первое. Драк это не назвать, так поборолись. В принципе, немного. Человек, с которым ты дрался, с такой же фамилией, как у тебя. Насколько это, так сказать, для тебя прикольно, что ли, получилось? Это очень забавно. Я так и понял, а потом, когда уже разошлись, еле сдерживал там эмоции веселые. Забавно. Для меня это было очень. А то, что твой однофамилец тебя на полторы головы выше, тебя это не смутило в тот момент? Да нет, он вообще не смутило. Тебе Пелагея после драки не звонила? Нет, за алименты нет.